Зайкин, смотри, что. Смотри, что приехало. Негрый кошачий. Угу, так уже на игрушку похоже. Шляпа, сейчас тебе объясню, что это такое. Просто не понял, да? Давай вместе смотреть. Сам еще не понял, что это такое, как это разворачивать. Ага, 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 ага. Это седло? Почти. Так. Угу. Сейчас так, опачки. Так, ну мне надо, чтобы ты встал. Мысюй, надо встать. Встать надо, ну или сесть. Кажется, маловато, шубейка. Наверное, наверное, для Герды. Мысюй, ну, пожалуйста, ну, сядь, сидеть. Вот, сидеть. Подожди, вот так вот. Давай, примерим чуть-чуть. Вот так должно быть. Маловато, да, коту, надо тут лямочку пришить. Ну, ковбой, это просто кадр. Да. Какой суровый мужчина. Серьезный ковбой. Блин, а идея-то прикольная. Прикольная, надо удлинить поясной этот, подпругу удлинить. Пойдем, друг, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, давай, куда-нибудь, пойдем. Иди сюда. Пойдем, пойдем куда-нибудь, ну просто иди. Ну иди ко мне, идем ко мне. Ну просто иди, иди скорее. Иди. Не пойму, чего от меня хотите. Иди скорее. Вот так, вот так, вот, вот. Милая. Давай другой мерить. Давай. Другой мерить. Давай. Мэрь! О, Санта-Клаус! Смотри. Смотри, какой. Идем скорее. Идем скорее. Ну, смотри. Пошли примерять, будем подарки разносить на Новый год детям. Сейчас он сам заинтересуется, сам подойдет. А то что же он так просто лежит? Сам пошел. Сам пошел. Ага, ага, пришел. Стоп, стоп, сидеть. Ты же пришел, давай мериться. Сидеть, давай ты мериться. Пришел. Давай мериться. Давай мериться. Дед Ой, Мороз. Как тебе идет Ой. Красный цвет. Да красный вообще. Он цвет. Еще и с капюшоном. Это ты мой красавчик. Тоже маловато, да? Чуть-чуть надо ага. добавить. Так, вот, и с капюшоной. Вот. Теперь. Ой, тимботюшки. Это новогоднее будет такое, да? Повернись на нас. Надо удлинить немножко на подпругу тоже. Ага. А то Дед Мороз будет сваливаться. Да. Надо чуть-чуть удлинить. Надо липучки будет просто пришить подлиннее. Угу. Просто подлиннее вот сюда, чтобы они зашли. Вот. Ты мой хороший, какой красивый. Да ты какой красавчик, Месси. К Новому году готов. Так. Ой, вообще сказка. Мам, ну красивая. Очень красивая. Мам, ну новогодний. Очень красивый. Все, все, убираю. Убираю, да. Не уходи пока. Подожди, подожди, подожди. Вот здесь самое главное. Завтра у Гедуськи день рождения мы тебе купили фрак. Фрак, фрак, фрак. Фрак. Ты сначала посмотри, тебе сейчас самому понравится. Я надеюсь, что он классный. Смотри какой. Смотри, а. О, боже, какая прелесть. Класс. Давай наденем, давай. Настоящий наденем. Джентльмен. Давай. Джентльмен. Давай наденем. Слушай, давай. Он прям большой такой. Сейчас примерим. Ну, в смысле, я имею в виду, что он не должен быть маленьким. Дай, пожалуйста, лапку. Не помогай. Вот так вот, хорошо. Так, ну-ка, сидеть, Мысюш, сидеть. Зайка мой, вот так вот. Сейчас скажем ему. Публички. Ой, я не могу. Просто что это за чудо? Сейчас еще одну пуговичку на пиджаке застегну. Тут пуговички везде настоящие. Какой красавчик. Ого. Это для брутальности. Мысь, а как тебе идет, зайка, а? Ты какой красавец. Обалдеть. Завтра Гедуся в этом пойдем поздравлять днем рождения. Ты посмотри, какой ты красивый. Ну, боже мой, ого. Боже мой, какая красавица. Мышка, тебе очень Слушай, идет. Слушай, еще папину шляпу тебе и просто. Мышь, тебе прям очень идет, действительно. Ты невероятно красив. Обалденен. Пройдись, покажи себя. Покажи себя, Мысюш. Ну пойдем. Покажи.
Покажи, пойдись, покрутись. Смотрите, тут еще даже разрез на этом. Мам, у нас прям фраг. Это прям фраг, самый настоящий. Да. Так у нас у Гердуськи завтра же юбилей, 10 лет. Так на юбилей мы и нарядились. Идем. Ах, ты красавец. О, боже мой, какая прелесть, сколько мы идиоты, я не могу. Так, садись, я давай. Я сейчас просто разорвусь от платы. Ну вот, Маш, тут вот не хватает только подать ему салфетку, да, или приборы столовые. Серебро, ну, его пожалуйста. Очень, очень. Он прям под размер. Ты посмотри, как он сел. Обалденно, да. Он сел идеально. Ну, невероятно идет. Месси, ты невероятно красив. Так, что, завтра нас стриме ребят встречаем в этом? Гедоську поздравляем в этом? Кайф. Он еще хбшечка прям такой, прям был этот, да. Я еще не трогал, сейчас потрогаю. Прям хбшка. Ну, выглядит просто бесподобно. Прям хбшка, Маша, это чистая хбшечка. Так, смотри, вот друг, все беленькое, в этом не пачкайся, носи красиво. Вместе вообще ты великолепен, брат. Ты бы себя видел, друг. Вот да. Потом на видео покажете. Покажете, что наснимала. Потрясающий мальчик. Ты просто вообще потрясающий. Ну давай, Герда три костюма, три ложечки. Герда, да? Просто упадет. Такой красоты. Ну, она-то всегда модная, она в леопардовом. Ой, ну это нечто, я не могу, ну какой классный. Мысль, ну походи еще, пожалуйста. Ну походи. Прям надо фотку сделать в этом фраке и в шляпе. О, да. Ну я шляпу сейчас не буду ему, или хочешь попробовать? Блин, он просто очень красив. Да я не знаю, я сам на него смотрю, я умиляюсь. А что, взрослый стал, такое лицо потрясающе, все. Потрясающе, просто потрясающе. Да, 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 серьезный этот фрак прям красавец. Ой, не могу, ну что за прелесть, а? Нам рояля не хватает. Ага, действительно, как в Том и Джерри, точно. Лацкан откинул, да. Все, рояль немножко не хватает. Ты потрясающий, да? Друг. Ты великолепен, ну ты вообще красавец, а? Очень красиво, очень, очень красиво. Посмотри в зеркало на себя, ну ты обернись, посмотри. Пойду сверху. Классный. Ты вообще обалденный. Маш, он ему прям свободный. То есть ты заметил рукава какие просторные? Он прям ему свободный. Именно что он ему не мешает двигаться вообще. Ходи. Привет, скажи. Ой, кто это тут такой красивый? Да просто великолепный мальчишка. Красавчик. Супер. Просто супер. Я красив. О, боги.